Всем мое почтение, друзья. И сегодня, 24 июня 2022 года, вот хотел бы обсудить с вами такую вот мистическую аналитику. Вот смотрите. Сегодня, 24 июня 2022 года, парад планет. Этот парад планет проходит раз в 18 лет. Если мы от 2022 года отнимем 18 лет, мы получим 2004 год. 2004 год у нас — это оранжевая революция, начало стремления к европейским якобы ценностям и тому подобное. А если мы от 2004 года отнимем 18, то мы получим 1986 год. Тоже очень трагический, но очень исторический год для Украины. Год Чернобыльской катастрофы. И вот смотрите, многие спрашивают, а когда Украина вступит в Европейский Союз? Это же тоже очень большое историческое событие. Может ли это быть в 2040 году, через 18 лет? Как вы считаете? Вот если, смотрите, такие циклы по 18 лет. Чернобыль, оранжевая революция. Теперь вот, допустим, кандидатство в Европейский Союз. Четвертый месяц войны полномасштабной в Украине. Интересные циклы такие, да? А вы вот что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.